Начинаем наш первый показ с рисования ромашки. Как обычно, готовим рабочую поверхность и очень легко и равномерно рассыпаем песок на стекло. Напомню, что данный вид засыпки в песочной анимации называется классический. В центре рабочего поля наносим маленькую аккуратную точку, которая будет служить нам отправным пунктом для построения всего цветка. Кончиком пальца или ногтем мизинца рисуем удлиненные каплевидные лепестки нашей будущей ромашки. Запомните, что чем тоньше будут ваши линии, тем выразительнее будет смотреться ваш будущий цветок. После того, как все лепестки построены, с помощью указательного пальца еще раз прорисовываем форму нашего объекта. Важный момент. Во время рисования лепестков стараемся не отрывать палец от стекла. За счет этого у нас получится ровный, красивый цветочный круг. Последний штрих – рисование стеблей. Также рисуется ногтем мизинца. На основе первого показа нарисуйте на своем рабочем поле еще несколько ромашек. Все это будет хорошим упражнением для вашего самостоятельного рисования. Итак, наши ромашки готовы!